Ректор КФУ и президент Татарстана открыли новый учебно-лабораторный корпус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Для актового зала учебно-лабораторного кампуса института это первое после реставрации мероприятие. Президент Татарстана Рустам Миниханов встретился с медицинской общественностью. Но прежде в сопровождении ректора КФУ Ильшата Гафурова почетные гости осмотрели здания, в которых будут готовить врачей будущего. На протяжении часа врачи и ученые обсуждали современное состояние и будущее медицины с руководством республики. Обсуждали с оглядкой на опыт Казанского университета. В КФУ выстроена новая модель управления медицинским кластером. Создана новая система организации научных исследований и, конечно же, проведена модернизация собственной клиники. Адель Шамилова, Универньюз.